Всем привет! Сегодня я буду готовить грибной суп в мультиварке. Опять же, по просьбе и по советам моих подписчиков. Ни один человек мне написал, после того, как увидел, что у меня много замороженных грибов в морозилке, говорит, готовьте грибные супы. В мультиварке это очень-очень вкусно. Если честно, мы грибные супы любим варить из сухих грибов. Вот это нам вкусно. А вот из замороженных мы как-то больше их тушим с чем-нибудь, добавляем в пироги, в пирожки, просто салатом делаем, грибную икру делаем, а в супы замороженные как-то, я не знаю, нам вроде не очень нравится. Но тут мне несколько человек уверили, что это очень вкусно. Ну, попробуем, может быть, и действительно вкусно. Я попробую потом, когда уже все приготовится, и скажу честно, понравилось или не понравилось. Значит, для супа мы положим... У меня грибы опята. Я их не стала размораживать, потому что они приготовлены как бы протушенные с луком на растительном масле и замороженные. То есть не просто. Это лесные опята. Не магазинские. Сейчас я разломлю еще на одну часть. Вот так вот положу. Вот они разморозятся, их там немного будет. Так, теперь добавим... Помидорки. Картошки сказали положить, вкуснее будет. Мы варим супы без картошки, но послушала и, ну, и надеюсь, что это будет вкусно. И мою приправу, зимнюю заготовку, это лук с морковью, тоже протушенные. Вот такую заготовочку делаю на зиму. Прямо буду сейчас постоянно показывать, потому что после этого всегда у меня спрашивают. Ну, много приходит новых, им интересно. Это заготовка на зиму. Лук и морковь протушены и закручены в банки, в холодильнике хранятся от одного урожая до нового урожая. Все. Заливаем водой, солим, перчим и закрываем. Да, за 10 минут до готовности я покрашу лук. Он у нас какой красавец, свой лук. Мы его едим с утра до вечера, и его у нас много. Лук, и еще у меня есть петрушка и укроп замороженный. Тоже сюда же добавлю. Воду я сейчас сюда залью горячую сразу. Каждый раз хочу сделать немного супа, и всегда получается полная кастрюля. Как это так? Ну все, посолила. Перчик добавить, не добавить. Добавим немножко приправки. Все, закрываем на режим суп. И будет у нас готовиться 40 минут. Наш суп сварился, отключился. Ой, ой. Вот он наш красавчик. Красавчик наш. Так, вот ложка под рукой. Не надо металлом сюда. Ну, на вид очень-очень. О, грибочки даже вот целиком. Целиком. На вид красиво. Давайте попробуем. Мне прямо не терпится попробовать. Горячий еще, но давайте попробуем. Что-то подумала, может, тут сметанку стоит положить. Но сначала так попробуем без всего. Ну, на вид, конечно, красивый. И еще, вот здесь из жиров растительное масло, которое было у меня в луке с морковью, протушенное у меня на зиму, которое. И грибы были сделаны тоже с луком, замороженные. То есть тут из жиров только растительное масло. Вот все мне говорят, вы делаете очень жирные супы на мясе, на костях, там сало кладете. Ребята, да мы давно этого жира много не едим. Мы едим столько, сколько нам хочется, сколько нашему организму нужно. Ничего лишнего мы не едим. Ничего лишнего. Мы лишнее ели в свое время. Но совсем постные супы, которые вот говорят, ну вообще без жира, без зажарки. Вот просто я даже пробовала, например, овощные сделать.
Вот мы картошку в супах не любим, но порой вот возьму картошку, там капусту, какие-то еще кабачок там, но это вообще невкусно. Невкусно. Чего давиться-то тем, что невкусно? Надо выбрать те продукты, те рецепты, которые очень приятно есть. Во-первых, приятно готовить, приятно есть и приятно в организме, чтобы было. Ну и в это же время, чтобы оно вам не вредило. Это я с вами разговариваю, чтобы мне немножко остудить, он очень горячий. Ребята. Ребята, это не просто вкусно, это шедеврально. Ильгиз, говорю сразу, он меня слышит. Едем нынче за грибами, за опятами, дай бог, чтобы они у нас были. Мешками будем собирать. Мы в прошлом году немного набрали. Лень. Да и близко у нас не было, а поехать куда-то подальше лень было. В прошлом году их было море. Но лесные грибы, это вам не магазинские. Это у нас в лесу, это действительно вкусно. Это очень вкусно. И нисколько не постно. Как же вкусно. Так, сейчас пойду посчитаю, сколько у меня пакетиков заморожено, сколько раз я такой суп сварю. Ребята, у нас супы – это наша основа нашего питания. Основа. Все остальные вторые блюда мы постольку поскольку. Все понемножку, так, по чуть-чуть. Колбаску вот свою делаем, любим. Котлетки вот такие вот тут. Гарниры же мы сейчас перестали совсем есть. Мы едим только кашку, иногда вот плов делаем. Ну, это все на утро. А так мы можем вот суп утром, ой, в обед поесть и вечером поесть. И от него и сахар не поднимается, и здесь нам хорошо, и вообще это очень выгодно кушать супы. Вкусно, ребята, это очень вкусно. Картошину сейчас попробую. Мы ж картошку не любим в супах. Нет. Спасибо женщине Галина Загарских. Она мне написала вот этот рецепт. И прямо точь в точь я сделала, как она сказала. Единственное, лук с морковью обжарить надо. Потом положить в мультиварку. У меня готовая была. Все вот как она сказала, вот вплоть до картошин. Сколько картошин, сколько опят, сколько всего. И действительно вкусно. Спасибо, моя хорошая, спасибо. Мне многие писали, вы говорите, попробуйте грибной суп мультиварки, это нечто. Даже не то, что вот, я не знаю, это настолько вкусно. Все. Все. Варим, 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 варим. И с картошкой вкусно, но грибы с картошкой это наше все, это наша еда с детства. Все, ребятки, спасибо, что меня в очередной раз посмотрели, послушали. Даже не собирала снимать этот суп, но потом думаю, человеку будет приятно, когда женщина мне написала и потом уже второй раз спрашивает, а вы приготовили такой суп? Вот приготовила и показываю. Это действительно вкусно. Было бы... Я сначала думала, что если будет невкусно, я просто скажу, да, готовила там, мы один раз поели. Если думаю, будет невкусно, ну попробуй, будет невкусно, так и снимать, ой, и показывать вам не буду. Но это очень вкусно. Даже здесь сметана не нужна, но можно и положить. Вот помидоры, я бы не догадалась в грибной суп положить помидоры, правда. Помидоры дали свою кислинку. Так вкусно. Сюда, кстати, щавель можно положить для кислинки. Это будет что-то. Ой, как хорошо-то, как это вкусно. Спасибо, Галиночка, спасибо, моя хорошая. Спасибо, что заставила сделать. Если бы не вы, так я бы, наверное, так и не собралась. Все. Еще раз благодарю вас за просмотры, за хорошие комментарии и всем пока-пока.